И всем привет, ребята, и вы попали на мой канал, и сегодня в этом видео я буду играть в пол, это лава в Роблоксе. Ну что ж, пойдемте-ка понаблюдаем сначала за игрой. О, я уже в игре. Я думала, что я сейчас буду просто смотреть за игрой, а не участвовать. Ну да ладно, не поняла, что это было. Ребята, лава сейчас будет уже через 5 секунд, а я, видимо, куда-то не туда пошла. А что это? А почему? Я не понимаю, что это значит. А можно же просто тут постоять, наверное? Ну, только я немножечко не понимаю, а что это за уровень такой и как тут все работает, потому что я давно не заходила в пол эту лаву, и, видимо, тут добавились новые такие уровни, новые локации, и, конечно, немножечко не... Что? Странный уровень, конечно. Ну да ладно, пойдемте. Заканчивается этот раунд уже через 10 секунд. Очень непонятный для меня раунд. Я немного не поняла, как там все работает. Ну да ладно, сейчас начнется новый раунд. И начнется болото лава. А кстати, когда мне дадут зонтик? Нужно нажать точно. И дадут его примерно через минут 5, наверное. Может, через 2, где-то так. Забываю постоянно про зонтик, его почему-то автоматически не дают, когда ты заходишь в игру. Нужно нажать на ок и подождать. А мы тут сами голосуем, получается. А многие... Ого, 10 человек, 12 человек, 11 человек проголосовало за эту карту вулкан. Я случайно на нее нажала. Ого, а тут реально добавили много новых карт. Очень классно. Смотрите, это реально вулкан, и он извергается. Столько новых локаций добавили, просто вау. Ну, подождем. Будем вот тут вот стоять, прыгать. Ждем, пока что до нас доберется лава. Осталось еще целых 20 секунд. Из-за вулкана вообще не видно, где лава, как она там. О, она поднимается все выше и выше. Но надеюсь, что она до нас не дойдет. Подождите, а мне бы желательно пойти куда-нибудь повыше. Может, вот сюда. Вот тут вроде самая большая такая вершина. Ну что ж, будем надеяться, что лава не докоснется до нас. Да, она не докоснулась до меня вообще. Даже не добралась. Но повезло. Где мой зонтик? Я жду, пока что мне дадут мой зонтик. Какие необычные локации. Все проголосовали за трубы. А я вообще не понимаю, что это. Ого! Ого! Я подумала, что тут будут какие-то маленькие трубы, оказывается. Ну, вообще класс. Пойдемте побыстрее забираться, потому что осталось 5 секунд, и лава уже будет подниматься. Ой-ой-ой. Все, сейчас лава пойдет в бой. Блин, нужно было туда идти. А я сейчас не успею. Все, я тут застряла, получается. С помощью шифта. О! Но это не самая высокая точка, я так понимаю. И лава может добраться до меня. Ой-ой-ой, ребята. А можно было повыше вроде, да? Сейчас посмотрим. Кто-нибудь есть повыше? Да. Можно было забраться туда. Но я сейчас, походу, тут сгорю. Но я попытаюсь как-то продержаться. Вот 8-5... Секунды, я попробую. Не, ну я вряд ли продержусь. О, тут лестница. А точно, можно было туда пойти с помощью лавы, короче, добраться. А, стоп, я выжила? Ого, я выжила, ребята. Ну, класс вообще. Да когда мне дадут этот зонтик? Я хочу полетать. Подождите, что? 10 минут нужно ждать? Ну, ладно. Выбираем карту. О, обе. Это вообще классно будет сейчас. Точно, обе. Ждем. Вот такая вот карта. И смотрите, просто вау. Погнали побыстрее. Ну, вообще крутяк. Ой. А как? А тут вообще неудобно забираться по этим кубикам. А, нет, нормально. Это просто когда много людей неудобно. Не толкайтесь, ребята, не толкайтесь. Подождите, я, пожалуй, подожду, может, немного остальных. Ой-ой-ой. Нужно побыстрее. Так, как дальше, куда? Ой, аккуратно, пожалуйста, аккуратно, не толкаемся.
А то сейчас мы все в лаву упадем. Лазера, получается, тоже нельзя касаться. Сюда. Как можно высоко, погнали туда. Алмазик уже забрали. Все, я, получается, на самой вершине с этой девочкой. И мы останемся в живых, потому что больше никого я не вижу. Ждем одну секунду, лава до нас не доберется, получается. Ну и все, мы с этой девочкой остались в живых. И сейчас будет совсем скоро голосование. И посмотрим, какая же карта на этот раз у нас будет. Ну, вообще, классные карты. Тут вообще ни разу не попадалась какая-нибудь старая карта. Вообще здорово. Наоборот, это очень классно, что тут просто все новые карты. Они мне вообще не знакомы. Я буду голосовать... Даже не знаю, за какую карту. Ну, все проголосовали за это, поэтому, получается, я тоже. А что это за карта такая? Подождите. Ну, тут, получается, это искусственная такая лава. Но куда мне... Нужно добраться. Тут же невысоко вообще. Я сейчас забираю алмазик. Ну, забирайся. И, да, все, я его забрала. Получается, сейчас лава будет очень-очень медленно до нас добираться. Потому что, посмотрите, у нас еще 20 с чем-то секунд. Ну и карта очень такая малюсенькая. О, смотрите, все сгорает. Вот, можно так вот посмотреть. Ну, мы сейчас останемся в живых или нет? Нет, 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 пожалуйста. Ну, куда ты меня скидываешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 2 секунды. Все, мы выжили. Ура, ребята. Я опять осталась жива. Погнали, вот такая вот новая карта, и где самая большая локация, это здесь, поэтому пойдемте туда. И смотрите, можно забрать монетку, я должна успеть. 2 секунды, и сейчас уже пойдет лава. Смотрите, алмаз. Ну, я, пожалуй, бы не рисковала прыгать, потому что упала бы в лаву. Просто отдыхаем, можно сказать, ничего, просто... Я на такой большой вершине, что... Ура! Я просто говорила о том, как я отдыхаю. Мне наконец-то отдали парашют. Ура! Так, все. Успею? Да, все. Ура! Я полетела! Смотрите, наконец-то! Как же я долго этого ждала, когда я смогу полетать на парашюте. Теперь каждый раунд буду летать. Ждем, пока что закончится время. Ну, примерно на 3 секундах можно уже будет включать парашют. Ну все, я его уже, получается, включу. И смотрите. Сейчас голосование. За какую карту? Давайте за эту, она выглядит прикольно. Но многие проголосовали за эту. А что это за карта? Ландшафт. Ну, в общем, уже все проголосовали за вот эту вот карту. Она тоже, кстати, небольшая. О, ферма. Она очень красивая, но также лава, наверное, будет идти до нас медленно. Потому что, как вы видите, она не сильно большая. Я хотела забраться, чтобы забрать алмаз. Но, видимо, его сейчас кто-то другой, да, заберет. Смотрите, вообще очень классные карты. Видимо, добавили просто очень-очень много новых карт. И просто все поменяли. Я не видела ни одной старой карты. Ну, вообще здорово. Очень все классно выглядит. Идея, она сейчас должна до нас добраться. Ну, сейчас посмотрим. 2 секунды, думаю, продержимся. Парашют я забыла включить. У меня был просто выбор, либо включить парашют и утонуть в лаве, либо просто там стоять, чтобы не утонуть. Но я просто не успела, короче, включить. О, шарики, шарики, по любасу. Это... А, нет, подождите, тут куча еще интересных карт. Или такую, или такую. Ну, пусть будут шарики, ладно. Ого! Необычная карта очень. Я не понимаю, как мы сейчас останемся в живых. Но сейчас посмотрим. Вот я на большом шарике стою. Ну, надеюсь, останусь в живых. Просто посмотрите, как высоко находятся эти монеты. Как до них вообще можно докоснуться. Ой-ой-ой, а все шарики, ребята, просто тонут. Все... Я думала, которые выше, до них не будут дотягиваться, но нет, они все резко потонули. Это
это такой, знаете, квест одновременно. Ты не просто стоишь на одном месте, тебе нужно постоянно куда-то прыгать. Потому что шарики то тонут, то выскакивают. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Но я, походу, одна, что ли, осталась? Нет, не одна. Ну, это, ребята, сложновато остаться в живых, хотя... Да забыла я про этот парашют опять. Ну, в общем, было не сильно сложно, но и не сильно легко. Там просто постоянно нужно было прыгать, и благодаря этому я осталась в живых, кстати. О, вот это и не было. Пусть будет вот эта карта. Тоже необычная. Пусть будет она. Я хочу просто на всех сейчас картах побывать, потому что они все очень классные. О, ко-мост высокий. Я думала, что будет какой-то маленький мост, но нет. Посмотрите, какой он огромный. Ого. Вот это масштабы. Ну, погнали забираться наверх тогда. Вот с него точно нужно будет с парашютом. Вообще будет здорово. Ой-ой-ой, а он шатается, кстати. Но это тоже классно. Вон там самая высокая точка. Можно вот так вот просто подняться. Да и все. Ну класс, мне понравилась эта карта очень. Ну вообще очень классная карта. Почему-то все решили там стоять, а я буду просто тут шататься. Ой, не... что, серьезно? Вы видели, ребята, как девочка улетела отсюда только что? Пожалуй, я больше туда не пойду. Рисковать больше не хочется. Нет, ребята, это прозрачная штука. Ой, ой. А я вообще на время не смотрела и думала, что еще куча времени и не собиралась включать этот парашют. Ну все, сейчас я буду просто с ним стоять. Новая карта сейчас будет, и все, я просто полечу сейчас. Сейчас будет голосование через 5 секунд, и я хочу выбрать самую высокую карту, и надеюсь, они там вообще будут в выборе. Батут. Ребят, ну, скорее всего, это не самая большая карта, но я хочу выбрать батут. Думаю, что это будет очень сейчас здорово, если... А, кстати, он не так уж и низко находится, вон там самый высокий, поэтому нормально. А как на него забраться? У меня есть вопросики такие. А на него не забраться... А, точно! Я же забыла, можно же прыгать. Как я и говорила, мне кажется, это вообще очень классная будет карта. О, я с кем-то, ребята, сейчас на парашюте полетал. Нет, нет, это такая классная карта, ребята. Там сейчас так можно было с парашюта, точно, я забыла. Можно было с парашютом. А я-то думаю, как забраться на этот большой батут. Сейчас бы так классно полетала, но да ладно. Ну что ж, ребята, ну на этом мое видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а на этом было все. Всем пока.